признательны китайским коллегам за подготовленный к саммиту подробный отчет о проделанной нашими странами масштабной работе по реализации стратегии. Задача. Признательны китайским коллегам за подготовленный к саммиту подробный отчет о проделанной нашими странами масштабной работе по реализации стратегии экономического партнерства БРИКС, которая была принята в ходе российского председательства в 2015 году. Пришло время адаптировать стратегию к текущим экономическим реалиям и поставить новые амбициозные задачи. Важно укреплять энергодиалог пятерки. Для этого предлагаем создать платформу энергетических исследований БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены. Целесообразно также приступить к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения. Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса. Можно, например, достичь договоренности о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменением климата, защиты. Поставить новые амбициозные задачи.